Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. У этих людей в голове всегда полно идей. Имеют глубокие чувства, проявляют умение обращаться с деньгами. Обладатели этого имени могут обставить дело таким образом, что противника не заметит, как он жаром отстаивает идею, против которой так горячо выступал в начале спора. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Звук Л дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Человек способен наметить неприступную вершину, покорить ее и, не раздав всех интервью и автографов, отправиться на штурм новой, где ему ничего не знакомо. Буква Н в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Отстаивая ту или иную точку зрения, они могут мгновенно поменять ее на противоположную, если почувствуют, что их аргументация иссякла. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Звук О не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Люди с буквы Х всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Люди, чье имя имеет букву Х, обладают хорошими манерами и воспитанием. Эти люди азартны, что нередко провоцирует их на необдуманные поступки. Буква Н в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Все люди с этим именем не очень склонны к практичности, духовная сторона для них важнее материальной. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.